Всем привет, привет, привет! С вами, как всегда, дружная семья, покупочки для кошек, фактически там для кошек на пенсию. Первое для нашей Нюшки. Нюшка, 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 погремушка. Да вот еще вот такая кошка. Сибирская кошка. Вот такой лоточек, чтобы шкрабала. Кто их хоть производит? Новосибирск, о, Новосибирск, недалеко от нас. Раз. Подожди, посмотрим. Смотрите, тут так стоит. Ай. Он такой низенький. Так, дальше. Дальше вкусняшки для нас. Давай, мангалин быстро не вытаскиваем. Чего? Это для нашей Нюшки. Вот этот Тёма. Нюшка, вон, пока. Нюшка. Нюшка, Нюшка. Нюшка, Нюшка, Нюшка. Вот такой Тёма. Вкусненький. Белотворожок. Она и так, не знаю, двигает туда-сюда. Так не играет, это двигается к нему, да? Так, творожок, мама, не спешай. Дальше нам есть сыр павлиный, колбасный. Вот такой сыр. Дальше вот такое масло 83%. Масло сливочное, минусинское. А, никакая не реклама, мы вот такое берем, его намазывать хорошо на кусок. Не в какие-то пострякушки, да, а чисто, да, даже чисто кушать. Да, дальше у нас кефир. Кефир нам. Ой, нам кефир. Кефир, я кефир, кефир. Еще там только от этой бутылки осталось. Да, Бутя? А, да, смотрите, на они уже выпили молочко. Там молоко 3,2%, 1,4 литра. Вот такие, ну, тоже наш местный я налью еще. Производитель. Дальше. Там надо еще дай, дай. Вот такие позы, 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 позы. Там еще вареники. Их в пароварке. Хорошо. Натуральный домашний фарш. Так. Новосибирская. Из этой мука пшеничная, вода питьевая, да. Тесто. Сейчас я скажу, из чего они. Категория А. Агропромышленный комплекс. Не вижу. Какой там фарш? Я не вижу. Позы и позы. Написано мясо, категория А. Ну какой-то фарш. Все равно и второй такой. На бульончике собаки. 12 штук написано. Ну, морозилку туда. Туда. Тут холодильник. Так. Дальше. Что это? Это яйца, наверное. А, яйца. Да, я тоже. Да. Так, вот такие яйца. Это новая упаковка категории S0, самые крупные. Столовые. Вот такие. Производство. 15 штук. Так, не более 25 суток хранить яйца куриные, пищевые. Сейчас мы посмотрим. Потому что я такие первый раз заказывал. Откуда они? Тоже Новосибирск. Сейчас посмотрим. S0 должны быть очень крупными. Нет. S0. А, отборка. Отборка. Нет, ну какая наверное, отборка? Знаешь. Написано S0. Нет, это не отборка, а это, наверное, первый сорт. Да нет, похоже больше на отборку. Да, конечно. Отборку ты видел большие какие? 15 яиц. А это первосортная. Ну, какие есть? Ну, отборка нынче. Какие есть? Так, о-о-о. У нас здесь целый пакет. Игорь, я ж тебя просила не покупать уже. А? Вот таких для нашей любимой милой собачки. Там еще для Диночки. Для милой собачки. Да я знаю, там я выложил. Здесь разные вкусы, короче. С кроликом, с индейкой. На, выбирай пакет. Так, посмотрим, какие еще
желе, ягненок. Сейчас я. О, говядина и ягненок в соусе. Говядина просто в соусе. Целый пакет вот таких вкусняшек для нашей собачки. Я добавляю, потому что я их добавляю для... Это надо то, что варим уложить. За... Надо то, чтобы еще вот это надо уложить нашей любимой собачке. Так, наши любимые кошечки. Ой, Игорь, я спросилась. Это надо. Нашим любимым кошечкам. Это паштет какой-то, паштет в желе. Шеба в желе, говядина. Ну, вот такой бы брали шебу. Там, короче, очень-очень много штук для наших милых блохастиков. Шучу, говядина, конечно. Говядина, говядина, телятина. Ой, боже мой, телятина. Ой, телятина. Ой, Игорь, я вот начала приучать к этому, ты опять купи выйти. Форели. Целая куча. Я уже купила. Так, а вот это что? Ну, добавлять это. Добавлять, он что, постоянно, он папик выходит, бучки раз, хопа. Ага, и ты утром раз, хопа, и бучка здесь поедет. Вот такой пакетище. И там, еще на улице, раз. Она не раз поест. Она хоть сегодня у меня он сухой корм ела, молоко хоть выпили. И там... теперь там два это... наполнителя для наших крысок. Ультра непахнущая сибирская кошка. Все это куплено за деньги. Чисто за деньги. Никакую рекламу этих. Нам никто ничего не дает. А там все опять напахнет. Нам только с копеечкой шмут. Все, не будем. Все. Копеечка. Так, и вот такой наполнитель. Супер впитывающий, гигиенический. Честный объем. Пока они кошки-то хорошо кушают, они, да, они хорошо в туалет ходят-то. Ой, там, вот такие вкусняшки, в основном вот вкусняшки. Для кошек. А что для кошек? Я и хочу этой выдре сказать, тихо, чтобы она не шла. Не слава нам все по копейке. Одну копейку, одну копейку. Все, не кричи. Вот рубли мы тратим, и кошек кормят. Отец. Они по копейке. Ты что там? Ну, ты что как? Ну, успокойся. Маленький. Вот зачем ты так? Ну, зачем? Они... Ну, зачем? А что она уже за копейку? Все, тихо. Никто все коррупции. Все. Вам на памятник. Ну, все, тихо. На памятник. Тихо. Тебе пусть собирает. Все, тихо. Что, с голоду помираем, что нет? Ну, вот я и говорю, пускай и люди так видят, что не голодные у нас кошки. Они больные. Кошки, то, что сами не едят, кошки едят у нас. Это их проблемы. Но это их... они, это... у меня ж выворачивают. Каждый как может, так и живет. Знаешь, за каждого... Мы как можем, так и живем. Из-за каждого выворачивают. Кто-то еще хуже живет. Все, тихо, не кричай, все. Сворачивай. Пошли ее в тучки. Все, тихо. По грибы, по ягоды. По грибы, по ягоды. Сколько говорю? Я выскажу. Ну, отец он прямолинейный. Ну, а что? Тихо, не кричи. Они инвалиды. Все, раскричался. На голову. Просто не надо было это ничего не говорить. Бывают такие личности, которые по одной копеечке посылают и желают всего самого. Хорошо. Они хуже меня. Не хорошо. Они на голову. Пусть хоть что пишут. Ладно, вот такие у нас, вот такая у нас дружная семья, вот такие покупочки. Молочко нам, яички нам, молочко нам, сырок нам, а остальное кошкам нашим любимым, крыскам. Крыски тоже хотят кушать и собачка тоже. Владимир Васильевич, пока-пока. Пока-пока. Владимир Васильевич, да тихо, я одним кадром снимаю, мне отец потом вылезает. Хорошим. Я так делаю, занимаюсь. Хорошим людям я скажу. Да, хорошим людям. Ай, те, пошло, пускай. Тихо, все, не без этого, без слов, без всего. Ну, а я без слов. У нас здесь культура. Я на намеки, а у нас... Народ меня поймет, который... Сейчас как раз время собирать. Кому надо, я и шляпу сниму, спасибо скажу.
что это самое, а у этих... Тем, кто действительно пишет хорошие комментарии, огромное спасибо вообще за поддержку. Добрых людей больше, поддерживать хорошо. Негативных, действительно. Мы показываем то, что как мы живем нашу повседневную жизнь. Повседневную жизнь. И никому мы не учим, ничего не делаем. И ни у кого вы холодильник не обитаете. На этой прекрасной ноте, Владимир Васильевич. Вот сейчас не хватило. Потом сразу набираю это самое. То, значит, по боку я... Все, на этой чудесной, прекрасной ноте. Мама Галина, пока-пока. Владимир Васильевич, пока-пока. Всем неравнодушным спасибо огромное за положительные комментарии. Как можем, так и живем. Всем пока-пока.